На сцене Лузан Сергей и Лещенко Евгений. Мелитополь, Запорожская область. Рассмеши смешного, рассмеши меня, рассмеши меня. Здрасте, здрасте, здрасте. Евгений, здрасте. Сергей, здравствуйте. Здрасте. Братья? Нет. Просто в одном магазине очки покупали. Ну да. Ну, я понятно. Думал... Но это образ такой или действительно вы так? Ну, серьезно, в жизни такие. Ну, нормально, прям как костюм выглядит все. Ребят, вы где-то выступаете? Ну, если пригласите. Ну, да. Мы уже вас пригласим. Спасибо. Рассмешите нас. Постараемся. Старайтесь, ребят. Поехали. Мы на «Рассмешикомика» первый раз. А как все знают, первый раз долго волнуешься, быстро отстрелялся и по домам. Давайте представим, очень пафосный таксист. Такси надо? Да. Забирай. Слушай, Серег, я со своей девушкой расстался. А чё так? Но она, походу, симулировала. С чего ты так решил? Понимаешь, самый ответственный момент, Ну кричит, это ж нормально. Та-да-та-там, та-там, нормально. Ну, такое бывает. Как все знают, талантливые люди талантливые во всем. Владимир Зеленский еще и старший по подъезду. Давайте, миниатюра на тебе по трассе. Зая, это тебе. Хлебать мой суп, ты мой мажор. Зая. А? Выходи за меня, Зая. Как... Быстро, ребята. Ну, вы правильно говорили, быстро отстрелялись и домой. Да, ну да. Первый раз из маленького городка по-быстрому, по чуть-чуть. На самом деле мы приехали сюда не за деньгами, а просто себя попробовать, показаться в такой теплой публике. Увидеть замечательных людей. Да и мы были рады с вами познакомиться. Спасибо, пока, ребят. Удачи. Спасибо, до свидания. Рассмеши смешного, сделай, чтоб парень смеялся. Рассмеши смешного и под столом. Нам очень понравилось выступать. Да, мы, думаю, еще вернемся, лучше подготовимся. И больше будет все материала, хорошо. Да.